Из рыбопитомников большое плавание. 12 тысяч мальков сазана начали обживаться на этой неделе в притоке Оби. Акцию по зарыблению организовал при участии ихтиологов крупный в городе гипермаркет. Цель – искусственно пополнить популяцию особей. Сазан – он ценный в пищевом отношении промысловый вид рыбы. То есть сазан – это у нас вселенец в Обь. Сейчас уловы уже его увеличились где-то примерно до 60 тонн. А раньше его вообще в Оби не было. Но вот некоторые рыбаки уверены, место для выпуска мальков выбрано неудачно. Водоем практически отрезан от основного русла реки, а это значит, что рыба останется здесь зимовать и ее продолжат активно вылавливать. В начале октября здесь уже выпускали мальков, но недобросовестные рыбаки вылавливали малышей. Сейчас, если вы посмотрите сзади вас, там сколько-то около 15 рыбаков сидит. То есть сейчас вот мелочь. Ловится, ловят. Может быть, по теплой воде они еще успели по теплой погоде кого-то поймать. Сейчас я сомневаюсь, что здесь будет активная рыбалка. Погода уже изменилась, а карп рыба теплолюбивая. Ну, даже если какую-то часть поймают, ну, поверьте, это будет настолько мизерно. К слову, вот такой малек сазана, если ему позволят, достигнет 15-20 килограммов. Кстати, рыболовы и ихтиологи говорят, что хорошо бы запустить в Обь стерлядь. Но это слишком дорого. Если малек сазана стоит 5 рублей, то ценная стерлядь все 25. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский, Андрей Печоркин. День с толком.